В Варшаве будут расследовать, как польские детали оказались в российских шахедах. В данном случае мы видим, что польская государственная компания напрямую поставила Ирану необходимые запчасти для сборки шахет 136. Власть начала работать над тем, чтобы усилить санкции. Началось ли расследование? Сегодня расскажем детали. Польша проведет расследование по компании из Познани, которая, вероятно, поставила детали для российских ударных беспилотников. Об этом сообщил министр внутренних дел Томаш Симоняк. Ведется расследование нарушений правил экспорта оружия и экспорта технологий. Польский министр рассказал, что сейчас идет расследование о нарушении правил экспорта оружия и технологий. Симоняк заверил, что прокуратура проведет мероприятие по этому делу, предъявит обвинения и проинформирует о дальнейшем ходе расследования. Эта ситуация показывает, что несмотря на введение чрезмерных санкций против авторитарных режимов, против автократии, которые вопреки санкциям наращивают возможности ВПК, детали западных производителей просачиваются в новых изделиях, которые наносят колоссальный вред партнерам, союзникам этих же западных стран. По его словам, этот случай был выявлен агентством внутренней безопасности и абсолютно ужасен. В данном случае мы видим, что польская государственная компания напрямую поставила Ирану необходимые запчасти для сборки шахет 136. И это показывает, что на самом деле на уровне западных стран, на национальном уровне западных стран и по состоянию на сегодня достаточно брешей для, во-первых, обхода введенных санкций, а во-вторых, для контроля над деятельностью ряда компаний, как частного толка, так и государственного. По информации Радио Z, государственная компания из Познани снабжала детали для иранских дронов «Шахет-136». По данным журналистского расследования, беспилотники были оснащены насосами, изготовленными компанией, принадлежащей агентству промышленного развития. Впоследствии эти насосы попадали на заводы, где производились военные беспилотники, которые затем экспортировались в Россию, говорится в материале издания. В русле российско-украинской войны мы неоднократно являлись свидетелями того, как западные запчасти являлись центральными в производстве и использовании, например, тех же ракет, например, Х-101, либо кинжалов. Глава МВД заверил, что прокуратура продолжит дело, предъявит обвинения и сообщит о дальнейшем ходе расследования.